вечер. Мы находимся на канале Show Women's. И со мной рядом очаровательная, прекрасная Юлия Ефременкова, главный организатор премии ТОП-30. Юлия, подскажите, это ваша первая премия? Спасибо большое. Я в прошлом году была организатором подобной премии, а в этом году решила сделать свою премию, потому что действительно очень много красивых, талантливых людей, настоящих профессионалов в своем деле. И я посчитала нужным и важным поделиться этими контактами с нашей публикой и по достоинству наградить самых достойных. По каким критериям вы выбирали номинантов? Практически все номинанты, которые получили сегодня награды, были лично мною протестированы. Это мой стоматолог, это мой мастер по наращиванию волос. То, что я не пробую, то, чем я не пользуюсь, я в массы никогда не несу. А планируется ли в дальнейшем проведение похожих премий и как часто? Вы знаете, мне кажется, был весьма хороший старт, потому что я вижу счастливые, довольные улыбки гостей в этом потрясающем зале. Да, почему бы и нет? Чистить не хочу. Мне кажется, раз в год этого будет достаточно. Мы желаем процветания и будем лицезреть новые ваши премии и мероприятия. Да, удачи. Спасибо. И вам удачи. Всего доброго. Спасибо.